президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 9 апреля, заявил, что Баку и Ереван приняли документ, состоящий из 5 принципов построения межгосударственных отношений. Отмечается, что в ходе разговора глава государства обсудил с российским лидером вопросы нормализации отношений с Арменией и состоявшуюся 6 апреля трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Лидеры двух стран также обсудили создание рабочей группы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, создание комиссии по делимитации границ, а также деятельность рабочей группы с участием Азербайджана, России и Армении по вопросам коммуникации и дальнейшие контакты в этом контексте. Стороны вновь выразили взаимное намерение продолжить тесное сотрудничество по текущей повестке двусторонних отношений. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.